В Симферополе грабители украли сейф, но не смогли сбежать. Их автомобиль перевернулся. Есть пострадавшие. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, в ночь на 22 декабря преступник ворвался в кафе и похитил металлический сейф, в котором хранились около 300 тысяч рублей. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, украсть тайник с первого раза у злоумышленника не вышло. Сейф был прикреплен к барной стойке. Однако, как только грабитель вырвал ящик вместе с двумя подельниками, он скрылся на автомобиле. Близ села Красная Роза Белогорского района водитель превысил скорость, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Машина перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм погиб на месте. Один из пассажиров получил тяжелые травмы и в дальнейшем был доставлен в городскую больницу. Еще один фигурант, 37-летний мужчина, скрылся с места ДТП вместе с сейфом. Его на трассе недалеко от места ДТП в короткие сроки задержали сотрудники ГИБДД. Похищенный из кафе сейф был изъят сотрудниками полиции. Вскрыть металлический ящик злоумышленники не успели. Возраст грабителей от 26 до 37 лет. Все трое уроженцы Республики Северная Осетия. Как выяснилось, злоумышленник, которого задержали по горячим следам с сейфом в руках, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против правосудия. Сейчас он находится под стражей. В настоящее время следственным отделом управления МВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит грабителю, до 6 лет лишения свободы. После проведения всех процессуальных действий имущество и деньги вернут администрации кафе.